Реально зарабатывать большие деньги. Для этих бутылки можно было садиться? Или это не для этого задавали? Предлагаем тебе заняться... Охуеть, вот мне еще повезло. Он быстро набрал ту же самую аудиторию, которая у него была. Поиском каналов, получай за каждую успешную находку. Уже зарабатывают. Всем привет, вы на канале. Классная подсветка у тебя розовая. Классная подсветка у тебя розовая. Да. Погоди секунду. Мне нравится. Вы на канале Минеич ТВ. Короче, у меня настала такая идея. Мы решили... Ну, у меня вот оператор взял. Мы решили сделать, как бы, почистить район наш. Бутылки собирать, издать их. И поближе снимать звук, блядь. Вот. Мы решили, ну, порыться, блядь, бутылки пособирать. Издать их. У нас построили вот такие пункты, вот вы видите. Где принимают бутылки. Нам что-то за килограмм рубль... А хуй знает, сколько мы заработаем. Короче, не буду томить, и вы узнаете, сколько мы заработаем в этом ролике. Все, поехали, блядь. Шоу, блядь, не даст. Блядь, короче, смотрим бомжей. Он сейчас, прикинь, он сейчас... Он сейчас будет собирать бутылки и рассказывать, как он это делает. Охуеть. Если он сядет, это что, это ролик этого? Кто сядет? Ну вот если споткнется там по льду, прокатится и сначала на бутылку... Слушай, пойдет, кстати, будет весело, действительно, ну давай посмотрим. Да, такой нормальный пакет, бля. Да-да-да. Короче, ускорим ролик. Нет, пошли, бля. Да, на сразу 2х. Ебать, я нашел, смотрите, бля, хуюшка. Это сетик, шарик, наверное. Нет, тут пиздец, тут нахуй. Да сука, хули этот УБС выебывается, пидорас, блядь, ненавижу, ебаный в рот, сука. Все настраивать заново. Дебил, блядь, ну я ж... Сука. А мне бы все стены удалил, вообще, сука. Конченый, блядь, я же его, я его, сука, даже не касался, этот долбоёб взял, блядь, и съехал куда-то, уёбище. А я замок поставил на это самое? Конченый, блядь. А нахуя ставить замки? А тогда она двигаться не будет, если ещё она заденешь. А как на все поставить замки? А там есть кнопочка сверху, там папочка и замочек рядом. Вот если нажать замочек, все заблокируются. Не, нормально, блядь. Просто вот взялось просто и съехало, просто, без моего ведома. Да у меня вообще какой-то ебанутый, у меня из стены все удалились. Тупое уёбище, блядь. Согласен. Мы собрали, наверное, чуть 5. Ладно, идем дальше. Вперед, тупое взял, уёбище, взял, тупого говна. У нас, короче, куш, походу. Раз, два, три. Кило сейчас набрал, уже рубль надо собрал. 4, блядь. А дальше учитесь, не своих бухгалтеров. Три бутылки уже собрал, чувак. Да. Четвертая. Вот это добро. Так, промотаем на 7-ю минуту, посмотрим, что у них там вышло. Жень, нихуя вообще. На другое место, короче. Ну, бизнес процветает. О, чуваки, ребят, видно, мои видео смотрят. Видишь, на велосипеде зиму ездит. Ладно, друзья, давайте приходим больше к жилым домам, потому что никого молодец нету. Зову. Я хотел попросить, типа, приезжай. Сейчас сюда приезжай. Хотя я тут дотянусь. Бля, главное камеру не наебнуть, свалку. Будь, конечно, да залезь ты уже в ту мусорку, как девочка, блядь. Нет, блядь, нормально, как человек, залезть в мусорку и взять то, что тебе надо. Он сидит, выёбывается, да, вот так вот. А туда блок везде. Нежное поколение Z пошло что-то, они могут по мусоркам лазить. Вот мы дать нашим... ему пинка, пожалуйста, пускай туда провалится. Да, вот так вот, тупо пендалем. Да-да-да-да. Чтоб сракой вверх, это, блядь, полетел. Спарта, знаешь. Блядь. Да. Да. Потянулся, блядь. Короче, я думаю, все нахуй. Пора в чулан вести это. Все, короче, поехали, переходим к следующему кадру. Все, давай, я поехал. Давай. Увидимся, короче. Пока. Все, короче, там я. Сейчас, наверное, приеду, на велике поехал. Сейчас встретимся. А не тяжело, тяжело ли ему? Кого? Он тебя бордурком не чувствует? Он задумался, что он делает вообще в этой жизни? Не знаю, может быть. Бутылки, бля. Стоп, зачем он в пятерочку с бутылками залез? А это о чем? Да. О! Да. Ладно, так. Что ты делаешь? Ебать, что он делает? Мне кажется, он просто какой-то, понимаешь, нездоровый чел. У меня сейчас руки охуевают. Кстати, Женек подъезжает уже. Надо... О! Ну вот ты быстро, нихуя себе. Ебануться. Бля, у меня руки охуевают. У меня руки охуевают.
У него руки охуевают, естественно, чем мне охуевать? Только что вышел, магнит зашел. Вот именно, перчатки хотя бы одел. Не, я на кассу. Они говорят, ты бы хоть там в тамбуре, никому не нужно. Я говорю, а как еще в России это выживать? Никому не нужно. Ладно, короче, все, мы идем к дому его, сейчас нужно в чулан положить, а завтра мы зайдем это на приемочку. Все. Во, во, сдают эко-пункт. Давай. Ну, никто не возьмет. Давай. Все. А бутылка там лежала? Была бутылка? Так, замедленно, замедленно. Надо, ну, надо чуть давай. Замедлить. Давай, все. Это пакет бутылок, комбо. Отлично. Ролик уже стоил того. Че, разбил реально, что ли? Да вот так очистить. Не разбил. Удивительно. Что-то у него как к магнитам тянет, к бутылкам. Кстати, зацени, тут бутылка этого антифриза стоит. Банка, да. Ой, блядь, канистра. Она пьет, наверное, его. Ну да. На перерывах. 5 рублей 70 копеек. 5 рублей мы заработали, да? 5 рублей со всего этого говна не заработали. 5! Понимаешь, они шарились по городу, как дебилы, за 5 рублей. Знаешь, синдром хайпануть любой ценой, понимаешь? Ну знаешь, я... Спиреть, там. Я просто надеюсь, у них хотя бы хоть что-то с этого выйдет, потому что, ну, блядь, сидеть просто... Я за... Сколько? За час этого стрима больше заработал в раз 150, наверное, чем эти вот чуваки именно. За... 2 часа того, как они тупо как идиоты по городу бегали, собирали бутылки, как бомжи. 5 рублей. 5 рублей, да. Хотя бы задонатить я 5 рублей могут, хотя бы. Ну, знаешь, один пакетик, мы можем понять, что один вот такой большой пакет, это 5 рублей, значит. Значит, что мы получаем? Если нам нужно купить шавермы, которые стоят 120 рублей, то нам нужно шароебиться 3 дня по городу. Пиздец. Знаешь, есть способ заработка в интернете на кликах. По-моему, и то можно быстрее заработать. Кто-то, блядь, по жизни всех кидает, ну а моя судьба хуячий топчик. Спасибо за донат, Джон Металл. Привет, демон. Поставь Линкин Парк на море Сорроу. О, моя любимая песня Линкин Парка, кстати, после In The End, No More Sorrow. Кстати, забавный факт, No More Sorrow — это вообще самая первая песня Линкина, в которую я услышал вообще в своей жизни. Да ты шо? Реально. Прикинь, как бывает. Она хорошая, она хорошая. Strawberry Cute. А что за трап на этом донате? Так, нужно... Да. А где услышал песню? На донате за 55 рублей стоит, еще раз говорю, ламповик. Угу. Так. Ну что, зачитываем дальше донатик.